Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Начали с крыши. Глава Чувашии проинспектировал ход капитального ремонта многоквартирных домов в Чебоксарах. Когда расцветет Кувшинка? Вопрос по заключению договоров долевого участия на строительство жилья в столичном микрорайоне должен быть решен до 1 августа. «Я тебе посвящал все песни свои». Филипп Киркоров привез в Чебоксары свое новое шоу. Глава Чувашии знакомился сегодня с реализацией программы капитального ремонта. Для своей инспекционной поездки Михаил Игнатьев выбрал жилые дома по улице Николаева в столице республики. Работы по этим адресам начались недавно. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Этот дом по улице Николаева возведен 50 лет назад, но за все эти годы, говорят его жильцы, здесь никогда не проводили столь масштабного ремонта. Необходимость в нем назрела давно. Те, кто проживает на верхних этажах, жаловались на постоянно протекающую крышу. Прохудились и коммуникации в подвале. Менять трубы и кровлю подрядчики уже начали. Когда стали рабочие разбирать там кровлю, стропила вообще 100% гнилые, потому что очень текло, у них даже смета превысилась. Я довольна, что крыша делается очень красиво. Мы хотели, смотрели. Очень довольна, что попали в программу долгосрочного капитального ремонта. Жильцы соседнего дома работой подрядчиков тоже довольны. Сейчас здесь меняют электропроводку и канализационную систему. Средства на капитальный ремонт люди собирали активно. Что касается оплаты фонд капремонта со стороны жильцов, цифры нормальные, около 90%. Удобство у нас в том заключается, что система единого платежа, единая квитанция. ЖКУ, капремонт, поэтому это удобно. Ну, в принципе, платят многие. Проверяя работу подрядчиков, Михаил Игнатьев только визуальным осмотром не ограничился. Глава республики оценивал и качество материалов. Качество нормальное? Не провалится ничего? Нет, все мертво сидит. Все заделали, все дыры заложили, все как положено. Подоброванные трубы вот эти, да? Да. Их еще мы потом от кошек сделаем этим. Электрику. Стеклоткань обмотаем. В следующем году за счет фонда капитального ремонта здесь намерены заменить балконы и отопительную систему. Жители пожаловались Михаилу Игнатьеву и на разбитые тротуары. Глава города отметил, что программа благоустройства пешеходных дорожек в Чебоксарах уже разработана. В перспективе больше будем выделять от тротуары межквартальные. Мы говорим, что где народ по основном ходит, будем делать. Да. Мы со стороны республики, со стороны дорожного фонда сейчас города ежегодно выделяем, соответственно, я скажу, 1 000 000 000 000 рублей. И будем эти деньги выделять, и поэтапно, ежегодно будем благоустраивать и дворовые территории, и подъездные пути, и тротуары. Почему? Потому что любим свой город. Потому что мы здесь живем. Михаил Игнатьев ознакомился и с ремонтом дома по улице Николаева, 55. На счет регионального фонда его жители внесли 93% от положенной суммы. Такие дома начинают ремонтировать в первую очередь. Сейчас здесь начали менять кровлю и систему отопления. В общей стоимости услуг на жилищно-коммунальное хозяйство принцип отопления всегда занимал и занимает 60-70%. Сейчас отдача тепла от новой системы отопления, если точнее сказать, вы меньше должны платить. Краткосрочная программа капитального ремонта в республике завершится уже в сентябре. В этом году в нее вошло более 400 домов. Краткосрочная программа ежегодно она корректируется от удельного веса собранных средств по тем улицам, по тем домам, где на самом деле выше 75%. У нас вот по республике в целом какая картина получается? Сбор составляет на сегодняшний день 75%, в данном случае даже город Чебоксары. 25% жителей еще не хотят платить, думают, платить, не платить. Но они сами сдерживают выполнение этой программы. Мы им ставим задачу, не дожидая своей очереди, что сбор должен быть не менее 80%. И тогда фонд капитального ремонта и администрация, мы говорим, что в первую очередь эти дома включаем на капитальный ремонт. Следующий краткосрочный план капитального ремонта будет сформирован до конца этого года. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Сегодня же глава Чувашии принял участие в селекторном совещании под руководством вице-премьера российского правительства Ольги Голодец. Его участники обсудили состояние подростковой преступности в регионах. Тема более чем актуальная в начале летних каникул.
В МВД страны приводят оптимистичную статистику. За последние годы в российских регионах подростковая преступность снизилась на 10%. Статистику портит только 17 субъектов. Ольга Голодец призвала их руководителей в двухнедельный срок разработать программы по снижению преступности среди несовершеннолетних. Власти Чувашии этому вопросу уделяют пристальное внимание. Чтобы улучшить криминогенную ситуацию в подростковой среде, школьников занимают полезным делом. Директора школ в республике несут персональную ответственность за качество воспитательной работы. Принятые меры уже доказали свою эффективность. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в Чувашии снизилось более чем на 20%. По всей республике договорились с муниципальными районами, городскими округами, что центры творчества, городские центры творчества, районные центры творчества должны летом работать. Вот ту традицию, что все вместе уходили летний период педагоги учреждений дополнительного образования, надо сломать. Как раз летом дети нуждаются в кружках спортивных секциях. Поэтому все ЮСШ, все центры творчества в этом году летом будут работать. В этом году в Чебоксарах состоится 9-й экономический форум. Ожидается приезд свыше 1000 участников и экспертов, представителей бизнес-сообщества и органов власти, промышленников, руководителей и банковских объединений, ассоциаций и инвестиционных компаний. Об особенностях форума журналистам рассказал министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимир Аврелькин. Форум будет состоять из пленарной части и выставки. Пленарная часть будет проходить в виде делового завтрака. Предполагается участие экспертов, представителей реального сектора экономики и финансово-кредитных учреждений. В том числе из Великобритании, Норвегии и ряда других зарубежных стран, отметил Владимир Аврелькин. В форуме также примут участие представители агентства стратегических инициатив Союза российских предпринимателей и Деловой России. Российские эксперты представят стратегию развития до 2030 года в условиях новой экономической ситуации. Если раньше наша страна могла предложить на экспорт в основном сырье, то сейчас ситуация изменилась. А нашим иностранным партнерам будет интересно узнать, как российские производители намерены конкурировать на международном рынке и что могут предложить миру. В рамках форума запланировано 14 конгрессионных мероприятий, посвященных республиканским и окружным экономическим проблемам и стратегии дальнейшего развития. Их основными темами станут импортозамещение в промышленном и аграрном секторах, участие некоммерческого сектора в социальной сфере, подготовка кадров, адаптированных к нынешним экономическим условиям. На форуме также пойдет речь о создаваемых в Чувашии центрах федерального значения «Компетенс и инжиниринг». В этом году 23-я межрегиональная выставка «Регионы сотрудничества без границ» будет расположена на территории торгово-выставочного комплекса «Экспо-Контур» и посвящена Году человека труда. Традиционно завершит мероприятие уже 9-й по счету фестиваль фейерверков, который предполагается транслировать в интернете. Поверьте, что в этом году будет совершенно все по-другому. Будет очень интересно. К нам звонят из других регионов, уже там напрашиваются именно на пленарную часть, на этот формат проведения, на этих экспертов, которые приезжают. 35-летие со дня основания отмечает сегодня Республиканская клиническая офтальмологическая больница. Сегодня ее сотрудников чествовали в Чувашском драматическом академическом театре. В народе зеркало души. Для врачей – зеркало состояния здоровья человека. Речь о глазах. За последние 10 лет офтальмологическая служба Чувашии сделала гигантский шаг вперед. Наши врачи могут то, что раньше считалось чудом. Они лечат отслойку сетчатки глаза, патологии стекловидного тела, осложнения на глаза из-за сахарного диабета. Операция – это уже не разрез, а микропрокол размером в несколько микрон. В республику из других регионов приезжают пациенты за высококвалифицированной помощью. И врачи за опытом. У нас здесь высокотехнологичная медицина развивается. Миллиарды вложили, но те миллиарды, те инвестиции дают там хороший результат, где на самом деле, начиная с главного врача, включая простого медицинского работника, среднего звена, младшего звена, работают на общий результат. Вот та команда, которая на самом деле работает, взаимодействие со всеми другими клиниками Чувашской Республики, это очень значимо для всех нас. Среди специалистов Республиканской офтальмологической больницы есть те, чей стаж почти равен возрасту медучреждения, а это 35 лет. В этот день они принимали поздравления и получали награды, но, оказавшись перед телекамерами, как всегда, думали не о себе.
Я как лазерный офтальмохирург хочу сказать, что обязательно каждый человек хотя бы раз в год должен показаться офтальмологу, потому что есть такие заболевания, которые при хорошем зрении развиваются незаметно для человека, но очень видны специалисту. Для Анны Устяк, как и других врачей, главная награда, чтобы пациенты видели результат. В прямом смысле слова. Ольга Бырочкина, Анастасия Лангина, Олег Якимов. Республика. Продолжается строительство многоквартирных домов в столичном микрорайоне Кувшинка. Он растет на месте так называемого Шанхая. Именно здесь получают бесплатно квартиры жители самовольно построенного поселка. Его снова застройщик взял на себя. Заселение идет в плановом порядке, но остался ряд нерешенных проблем. С жителями встретился глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков. По словам сити-менеджера, это единственный микрорайон в городе, да и в республике, где жителей самовольно построенных ветхих домов переселяют в новые многоквартирные дома. Люди получают комфортное жилье. Администрация города и застройщик пошли на большие уступки и риски, выполняя условия жителей и договоров. Но вопросы остались. Кто заключил договор долевого участия? А кто не заключил? Нас не вызывают. Ну, то есть большая часть людей, которые здесь собрались, это те, кто не заключил договор. Всего необходимо переселить жильцов 282 самовольно возведенных домов. Из 90 переселены в прошлом году. В текущем запланировано переселить из 51 и из 141 в следующем. До конца 2017 года застройщик подтверждает намерение сдать дома и расселить всех собственников домов этого микрорайона. До конца второго квартала этого года 80 квартир будет получено собственниками этого микрорайона. Проблемы есть. Мы прошлись по микрорайону, сделали замечания застройщику по благоустройству, по парковочным местам, по входным группам. По качеству строительных материалов застройщик обещает это исправить. Около 30% жителей микрорайона до сих пор не подписали договоры долевого участия. Застройщик должен был это сделать до 1 апреля. Но случилась непредвиденная коллизия с прежней страховой компанией. Она ушла с рынка страхования. Сейчас застройщик ищет новую. Это позволит дальше продолжить заключать договоры долевого участия, отметил Алексей Ладыков. Окончательно поставить точку с заключением договоров долевого участия планируется до 1 августа. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. В Чебоксарах прошел очередной концерт Филиппа Киркорова. В этот раз король отечественной эстрады привез в Чувашию шоу с исчерпывающим названием «Я». Как это было и какое впечатление произвело на зрителей выступление знаменитого артиста в нашем сюжете. Несколько лет назад Филипп Киркоров создал шоу «Другой», которое 5 лет не теряло зрительского расположения. Новая постановка – плод совместного творчества российского певца и всемирно известного режиссера итальянского происхождения. Франко Драгоне ставил необыкновенные спектакли в цирке «Дю Солей», работал с Селин Дион, создал уникальное водное представление в Китае. Сегодня у Драгоне целая команда суперпрофессионалов – художник, хореограф, композитор. Филипп Киркоров ждал своей очереди 12 лет. Шоу «Я» впервые было показано в марте этого года в Кремлевском дворце, а уже вчера приехал в Чебоксары. Земля, дай мне знать, где мне искать свою любовь. Филипп Бедросович за свою жизнь на эстраде приезжал в Чебоксары не раз и не два и успел обзавести здесь армией преданных поклонников. Каждому импонирует в певце что-то свое. Люблю я Киркорова за все, за добросовестность, за все. Трудяга он. Талантливый артист. Уже вот второй раз приходим. Недавно приходили, сейчас опять. Талант известный, хорошо поет. Шикарный голос, тембр, его внешние качества, ну, все безупречно. За свою довольно продолжительную карьеру Филипп Киркоров не утратил самого привлекательного качества – уважения к зрителю. Шоу «Я», как и все предыдущие постановки, он отработал, как сказали бы в армии, с полной боевой выкладкой, не позволив себе расслабиться ни на минуту. Чем еще раз доказал, королем российской эстрады его называют абсолютно заслуженно. Елена Гальперина, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика.
Чемпионат красоты. Так можно назвать всероссийские соревнования по фитнес-аэробике, которые прошли в Чебоксарах. На праздник олимпийских надежд съехались 200 детских команд из разных уголков России. Хозяева соревнований были представлены 15 командами из столицы Чувашии. Фитнес-аэробика прочно завоевала свое место среди обязательных видов спорта. Неудивительно, эта дисциплина красива, доступна, а главное, очень эффективна в борьбе за сильное и стройное тело. Детям занятия фитнес-аэробикой помогают сформировать мышечный корсет, а в будущем здоровый позвоночник. Кроме того, это полезно для общего тонуса. Есть такая фраза, детки: здоровье в порядке, сила в зарядке. Взрослые люди, занимавшиеся в детстве спортом, могут рассказать о том, как регулярные занятия дисциплинируют, воспитывают волю и упорство и в конечном итоге помогают стать успешными людьми. Здорово, что она происходит на территории Чувашской Республики. И надо отдать должное Оксане Вербиной, которая своим примером заражает все больше и больше наших девчонок, мальчишек, чтобы они занимались этим видом спорта. Я уверен, что мы сегодня уже в республике имеем около 40% занимающихся физкультурой и спортом. Вот эти чемпионаты нам позволили, что все больше и больше населения Чувашской Республики будет заниматься физкультурой и спортом, то есть будет здоровым, здоровым, здоровым. И в перспективе здорового Чуваши вперед. Личного, значит, возраста, и это важно на сегодняшний день. Поэтому, как представитель совета отцов, я хочу сказать, оказать поддержку, и наша компания «Отдел Финстрой» оказала эту поддержку в рамках сладких призов. Поэтому это очень важно, чтобы дети лучше пускай находятся здесь, в зале, нежели где-то на улице, чтобы, скажу так, не оставалось у них дури в голове, чтобы свою энергетику они оставляли именно на спортивных площадках республики, страны и даже, может быть, мировых площадках. Места присуждались по нескольким возрастным категориям, по двум дисциплинам – фитнес и аэробика. У Чувашии в конечном итоге 5 призовых мест. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире Национального телевидения Чувашии.